Что ж, голосование на про какого объекта рассказать в следующем видео победил Спайки. Ну что ж, я начну свой рассказ. Спайки — это объект в моем объект шоу по ККЕш. Это зеленый кактус без ног в горшке, а вместо рук у него ветки с колючками. Спайки является главарем, так сказать, яростной банды, в которой ходят Транс и Майс. Спайки — это любитель поглазеть на зарубежных летсплейщиков. Спайки всегда такой злой, потому что у него дота на ноутбуке не открылась. На первоначальных концептах Спайки должен был выглядеть так. Он был темнее, а руки его должны были быть в совершенно другом месте. В пилотной заставке по ККЭш Спайки выглядел примерно так же, как на концептах. Спайки — это второй объект, который был придуман сразу после Кериста. Спайки хорошо относится только к своим сородичам, своей команды, с остальным так себе. Спайки не самый агрессивный персонаж в данном объект шоу. Он уступает агрессии Кэнселу. Первый проблеск и агрессия, а также волнение со своих участников команды Спайки, он показал в третьем эпизоде. Изначально Спайки предполагался как персонаж, которому все равно пофиг на все, как будто бы нонсенс, но объект шоу не хватало какого-то злого объекта, поэтому появился характер такой у Спайки. Спайки — это первоначальный лидер, очень даже хороший, и это один из тех, которых договорился тем, что все объекты будут жить в коттедже у хостов. Хорошие отношения у Спайки такие. Это Транс, Майс, Ерест, а также оба хоста. Плохие же отношения с Кэнселом, Карандашом и Пинчи. Изначально команда, точнее не команда, а даже дуэт Спайки был назывался Спранс, где участвовал он и Транс. Изначально в составке, который шел с первой по третью серию, Спайки выглядел вот так. Но с четвертой по уже остальные он выглядит вот так. Ну что ж, про нашего зеленого я рассказал все. На этом весь ролик про факты.